Это мой собственный снег, каким он кажется легким на шляпе моей. Это мой собственный стиль, какой же он смертоносный на моих сопляках. Приветствую вас, медузы в тени березы, с вами Федорович. А начать я хочу с одной божественной поговорки одного великого сенсея, которая гласит: «Каждый может избить мастера, но не каждый может им стать». А мастера, которого я вам сейчас покажу, может избить не то что каждый, вообще мало кто может это сделать. Это видео прислал мне один из моих многоуважаемых подписчиков. На ваших экранах основатель легендарного и одного из самых эффективных стилей для уличной самообороны под названием «Крыса в московского метро». Видео взято напрямую со страницы мастера, поэтому мы можем наслаждаться техникой не каких-то жалких учеников-последователей, которые обязательно что-то накосячат и начнут выдумывать всякую ересь, а истинным первоисточником стиля. Конечно, как самые красивые девушки появляются на пляже в последний день отпуска, так и вы познаете новую супертехнику, когда уже имеете огромный багаж знаний. Но ничего, святое лишним не бывает. Большой талант созревает долго. А если вы уже созрели килограмм так на 150-170 и ходить по комнате и дрыгать ногами просто вам уже не по понятиям, как грандмастеру, тогда изучите вот эту технику. Что может быть почетнее мужской старости? Конечно, женская молодость. А когда суперпрофессионал, великий седовласый мастер показывает очаровательные приемы на фантастических красавицах, это просто пик вселенской гармонии. Если вы тоже уже не молоды, тогда срочно начинайте изучать эту фантастически полезную технику. Ибо когда на вас, на улице, нападут две молоденькие дамы, вам срочно нужно будет их ликвидировать и поломать им тоненькие ручки. Ну или поддаться этой атаке и, возможно, провести напоследок сказочный часик своей жизни. Это уже решайте сами. Красивая женщина радует мужской глаз, а некрасивая – женский. А вот настоящие мастера радуют всех. И учеников, когда запускают в них энергию, и зрителей, показывая невероятные приемы, ломая этих же учеников. Ну вот, не подумайте только ничего плохого про этих мужчин. Я эту силу как бы принимаю внутрь себя. Ты был. Еще делаю потом. Просто отпускаю. Вот сила у меня заходит во все тело. Что я делаю? Поднял наверх, вот разорвал, да, связь. А дальше внутри себя вот эту силу отпускаю. А потом уже эта сила хотя ко мне идет. Мне уже не обязательно как бы внутрь себя запускать. Все холостяки мечтают о красивой, заботливой, хозяйственной и невероятно привлекательной жене. Но еще больше о ней мечтают женатые. Также и мастера. Все хотят выучить самую смертельную и ужасную технику, а тот, кто выучил, хочет ее забыть. Ибо учеником не напасешься. Ah, 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 ah.
В жизни бывает и такое, что листик тонет, а камень плывет. А у мастеров так вообще может быть что угодно. Был здоровый нормальный ученик, а потом мастер один раз потрогал, и все, инвалид. Подписывайтесь на канал, ставьте лайк, жмите колокольчик и делитесь видео в соцсетях. А в комментах напишите, сможете осилить технику крысы или остановимся на сидячем толстяке. А поддержать канал и получить мою благодарность вселенской силы вы можете, став спонсором канала даже за символическую сумму в пару долларов по ссылке в описании или возле кнопки подписаться, увековечив свое имя в конце видео и получив плюс 100 к карме. А если вы хотите привести себя в форму и освоить навыки самообороны и ударной техники в стиле муай-тай, подписывайтесь на мой второй канал по ссылке в описании или забирайте бесплатные видеокурсы также по ссылкам в описании. И не забудьте подписаться на телеграм-группу «Движуха с Федоровичем», куда я даю полезные фишки, наработки, мотивирую и анонсирую предстоящие спортивные движухи. Благодарю за просмотр и настойчивости в тренировках. Пика! Все, успокойся, успокойся. Защита! Нога где-то, раз-два, переваривай. То вы любого человека, вот я могу двумя пальцами взять у человека вот так вот кадык достать, понимаете? Не напрягаясь. Как бы не отходим от этого образа, представляем, что мы медведи. Нас окружили волки. Начинаем танцевать и отбиваться соответственно. Хоба! Хоба! Опа! Вот так.